Ребятки, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и давайте сейчас я найду одного летающего парнишку. Все существа, птерозавры, кстати, вот, да, Джунгариптер немножко похож на кого? На Дарвиноптера, своим хохолком, ребятки. Кто смотрел видео на канале прошлое? Когда выходила, в воскресенье выходила по Jurassic World Alive, и там у нас как раз была прокачечка Дарвиноптера, вот который у нас уже здесь вот есть. Они очень там похожи, да. Вот, собственно говоря, наш Дарвиноптер. Ты что, еще не играешь в World of Warships? Да, я не играю пока еще в World of Warships. Да, вот такой вот у нас был Дарвиноптер, да, мы его создали. Выглядит он вот так вот, в общем-то, практически так же, как и в Jurassic World The Game, да, и в конце игры я задавал вопрос. Кто это такой? Вот такое вот дивное, забавное, летающее существо. Это подсказка, да, птерозавр, это был птерозавр. И кто же у нас ответил первым на этот вопрос? Собственно говоря, было два вопроса. Точнее, два правильных ответа. Канал Разящего Скрила первым написал, что это был Аурагнат. Да, он написал это 6 часов назад. И второй человек написал 3 часа назад. Так, в конце Аурагнат, птерозавр, мини-драгон. То есть эти два человека правильно ответили, в общем-то, на наш вопрос. И в конце этого видео, ребятки, я задам свой следующий вопрос. И также в следующем видео мы познакомимся, скажем так, я отмечу тех, кто дал правильный ответ. Так что смотрим до конца и даем правильный ответ в комментариях под этим видео. Итак, а сейчас у нас будет, наверное, парочка турнирчиков. Бегство динозавров, это у нас будет обычное. Давайте так, это у нас будет разминочка, да? Тут немножко сейчас мы разомнемся. Так. Давай процератика возьмем. Процератика взять. Стиги и Барионикса. Кстати, можно было Эудиморфодона еще взять. Он тоже похож немножко на Дарвиноптера. Так, ну погнали, да? Процерат у нас бьет конкретно больно, но жизни конкретно мало. Как птеродоустром. Квя-квя-квя. Так, пирораптор, пиритатор и прочая лабуда, да, много таких у нас гибридов всяких, связанных со словом пиро, магнипиритор и т.д. и т.п. Так, в принципе, можно и поднакопиться. Ну, конечно же, волшебное число 2. Ну, давай, у тебя есть шанс проатаковать на 3. Блин, ну, у пиритатора как будто бы у него кожу с головы сняли. Скальп как будто бы его сняли. Такая у него красная мордяка нарисованная. Так, бесцветный карнораптор, который вырос в пещере, никогда не был на солнышке. Потому у него такая вот бесцветная кожа. Ах ты ж гаденыш, ну кто бы мог подумать. Волшебное число 3. Еще раз. И волшебное число 2. Отлично. Процератозавр, который тоже есть в Jurassic World Alive, и который является одним из древнейших предков тиранозавра, если мне память не изменяет. Кстати, как и Гуанвунь. Так, отличненько его пробиваем. И время нам, наверное, поменять динозаврика. Выпустим бронелобика. Раз, два, три, четыре. Раз, два, раз.
Пастазух не дождался нас. Так, еще один из пещеры вылез. Спинораптор. Вау, 6. Это было больно. Два и три. Так, осталось всего лишь трое. И пробил. Отлично. Время выпустить Барионикса. Не пробили. Сюрприз. Раз, два, три, раз, два, раз, два. Как раз. Чем-то они похожи, да, Саркозух и Барионикс. Пробили. Ну и вот так. Ах ты ж гад. На 3 из 4. Значит, раз, два, три и 4. Сохраним. Давай, изумрудный наш друг Барионикс. Сможешь ли ты одолеть остов Фрикозауруса? Сможет! Ура! Атака по полной. Эх, красавчик. Какой красивенький у нас Барионикс. Это у нас тяжелый коготь, да, переводится. Барионикс, слово никс — это коготь. Да, а на стримчике задавали вопрос, большой коготь. Там ответ был, в общем-то, ленивец. Какой-то один из гигантских ленивцев, то есть не мега-террий, а ласматерий, вот не из этих терриев, какой-то другой, менее известный ленивец переводится как большой коготь. А то и всякие большие когти, да и на них ужасный коготь, Барионикс тяжелый коготь, а большой коготь — это ленивец. Двухпалый. Так, в общем-то, справились мы, и давайте-ка мы пойдем на хищники супер редкие. Давайте вот этих вот одолеем. Хищники. Три супер редких хищника. Ну, это вообще легкотня. Раздолбить Сигнозуха. Или может... как сделаем? Кто нанесет последний удар? А, подождите, блин, 4000... 4000 пробить. Ну, может, по-моему, должно хватить спинозавра. Но это нужно накопить много баллов. Сходу. 4. А я смогу ли накопить? Давайте возьмем таких слабеньких и попытаемся... Но я не смогу накопить, да? Потому что он сейчас моего этого убивает, на следующий ход я смогу... Нет, получится. Если он атакует на 2, на 2. Почему на 2? Все правильно, на 2. Так, теперь у него тоже будет 2. И вот, да, на следующий ход я смогу накопить, перенести 4. И там, по идее, уже должно будет быть 4, либо 7. Черт, будет, наверное, 7. Ну ладно, 7, наверное, не хватит пробить. 8 должно хватать было. 4. Атака на 3. Ну ты подлец. Ну, немножко не так, как я хотел. Раз, два, три, 4. А, нет, нормально, смотри, мы за 6 его пробиваем. Ха-ха-ха, даже один балл перенесу. А он его даже в защите не поставил. Вообще, красавчик.
Раптор способный парень. Красиво нарисован, ну вообще шикарно. Моделька красивая. И потом это было очень давно. Да, Велоцираптор один из первых динозавров. И он нарисован хорошо. Так. Три травоядных. Помнится, мне такая была фигня, где нам сказали редкими амфибиями пробейка вот этого пахигалозавра. И мы этого не смогли сделать. Так, у него чертовски много жизни. И бьет он очень больно. Он будет бить 3000. Ну, то есть это реально нужно вот этих вот брать. У него удар на 3 косаря. То есть первого можно взять, в принципе, любого. У кого больше 3000. А таких... А таких нет. Больше 3000 только у этого парнишки. Это чтобы один удар выдержать. У него будет бонус 50%. Ой, 40. 50%. То есть 20-97 умножить на 1,5. У него 300 будет сила удара. Ну давайте, просто чтобы не брать всех моностигатопсов, давайте вот так вот возьмем. Задача у нас тут посложнее, кстати, я вообще не знаю, это что-то так рано ринулся в бой, можно сказать. Как пробить 17 тысяч, то есть мне нужно много бить. То есть мне нужно вот 30-м моностигатопсом бабахнуть. А потом еще бабахнуть. Но он тут ведет себя пассивно как-то. Мы, может, потихонечку от него подкусываем. Но все равно... 6. Атака на 4. Пятерочку. Ну, хотя бы чисто. То есть я, в принципе, смогу десятку снять легко. Но это зависит от его. Но он меня пробивает, да? Как на 4. Подождите, у него же было больше. У него же 6 было, да? Он проткнул всего лишь на 4. Одиннадцать 310. Черт подери! Ребята, нам не хватило каких-то там 50 баллов или 60. И второй попытки не будет. 61 хелс остался у него. Вот такая засада. Ну, если бы я взял 3 моностигатопса, ситуация бы не изменилась. Шанс был, да сплыл. Ну, вот этими вот идти бесполезно. Это ничего не даст. Но он сейчас должен проатаковать по-любому. Просто даже 8 баллов меня сейчас тут не спасет. 8 баллов даст, может, 15 удара. Ну вот если он сейчас меня атакует не на 3, это вообще вот печаль. Так, ну на 3. Вот у нас 8 баллов. В принципе, если бы так получилось в прошлый раз, то мы бы победили. А так... ну, там сколько, 11-12 тысяч, да, я ему снесу. Двенадцать семьсот, ну да. Если бы я в прошлый раз так поступил, как сейчас, то я бы точно победил. Ну ладно. Не беда. Подождите. А, здесь же
супер редким. Я думал, просто травоядным сигназуха, я бы взял его, пробил бы-то. Но сигназуха здесь нельзя. Подождите, или можно? У меня сортировка была какая? Супер редкие, да? Ну да, ах, жаль. Были бы сигназухи, я бы пробил. Ну, в общем-то, пробить можно, вы поняли как, да, только... Вот, вот мне чуть-чуть не хватило, в принципе. Хотя там разница не такая, что и большая. 1200 и 1800. Ах, кто его знает. Ну, по идее, должно было получиться, ребята. Итак, вопрос. Вопрос у нас на конкурс. Что это за существо? То есть он похож на нашего динозаврика, птерозаврика прошлого, но это не он. То есть это какой-то схожий с ним... он схож на Аунурагната, но это не Аунурагнат. В общем-то, жду ваших, ребятки, комментарий с правильным ответом, кто это такой. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч!